Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов. Гуго ван дер Гус. Портрет молящегося мужчины со святым Иоанном Крестителем. Около 1475 года, дерево масла 32×22. Гуго ван дер Гус считается одним из крупнейших мастеров ранней нидерландской живописи. Наиболее широкую известность получили его алтарные композиции, и представленный портрет являлся изначально правым крылом небольшого алтаря из двух панелей диптиха. Такие конструкции зачастую изготавливались на заказ и предназначались для домашнего интерьера. Как правило, на картинах этого типа нередко можно было видеть молящихся мужчину или женщину, которые переживают видение Богородицы. На левом крыле представленного произведения были изображены Мадонна с младенцем. Иоанн Креститель за плечом у Бюргера воплощает образ строгого наставника в земной жизни, которым и является религия. Данное изображение приобрело особое значение под воздействием ренессансного гуманизма с его поэтизацией бюргерства. Намеренно отходя от классических форм, художник наделяет грубоватое лицо горожанина одухотворенным и религиозно-почтительным выражением. Композиция проникнута характером для философии живописцев Северного Возрождения, настроением благочестивой кротости. В ее основе лежат покорность и осознание личной собственной малости по отношению к громадному мирозданию. Ну вот такое описание к работе. Портрет молящегося мужчины со святым Иоанном Крестителем Гуго ван дер Гуса я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.